Вторая часть фильма о нашем путешествии по Киргизии в марте 2022 года. Мы провели день в ущелье Барскаон, пройдя по замерзшему льду двух водопадов – Борода Аксакала и Чаша Манаса. Затем мы вновь тронулись в путь вдоль южного побережья озера Иссык-Куль. Блин, вот с таким видом жить, а? Следующей остановкой на нашем пути стал город Каракол. Мы посетили местные достопримечательности. Деревянную Свято-Троицкую церковь 1895 года постройки и уникальную в своем роде Джунганскую мечеть, построенную в виде буддийского китайского храма в конце 19 века. Thank you.
Наше знакомство с историей края было продолжено в музейно-мемориальном комплексе великого русского путешественника и исследователя Центральной Азии Николая Михайловича Пржевальского. Вопросом. Я думаю, что его здесь нет, потому что я думаю, мы здесь одни. Я думаю, что есть экскурсовод. Мы должны на кассе сидеть. Уже сразу принесите. Что, он высох? Отступил. Очень похоже на слово «карам». А вы все так и читаете? И читается восклицательно. Саня в живодерском уголке фоткает дохлую птицу. Эта птица не очень рада. Так, музей Пржевальского и карта третьего центрально-азиатского путешествия. Состав 13 человек, исходный путь Зайсан, конечный Тибета Лхаса. Вот эти карты вручную рисовали. Это просто... Уже настоящий, то есть он им пользовался? Да, пользовался. Единственное, оно претерпело переделки ствола. Было сделано на резьбе 14 калибр, как говорят наши походы. На резьбе? Еще одно атмосферное место – пристань Каракол. Некогда оживленный порт в заливе Пржевальского, ныне заброшенный и безлюдный. Только ржавеющие краны и покрытый трещинами бетон грузовой площадки. Мы продолжили наш путь. Обогнув восточную оконечность озера Иссык-Куль, начали движение с востока на запад вдоль его северного побережья. Thank you.
В районе горячего источника Керемет-Су мы сделали еще одну остановку. Несколько пролетов над волнами озера в лучах заходящего солнца. Пару часов мы провели в горячих минеральных ваннах. Поужинали свежей форелью, приготовленной на углях. И в наступающих сумерках мы тронулись в дорогу.